Здравствуйте. 18 июля 22 лунный день. Сади Сугарсицкие земли с элементом пространства. День для достойных руководителей, ханов, наенов, благоприятен для исправления ошибок прошлого, вдохновления на положительные поступки, в дальнюю дорогу, сотворства, посвящению, развитию благородного дел, праздников, новоселья, свадеб, обращение к Буддам, Бодхисаттвам, Сакьюсанам. Работы с деревом, в твердых делах, работы с землей, лесом, также изучение тонкой и точной науки. Ребенок, родившийся в этот день, будет благоречивым в достатке, где бы он ни был, будет счастлив, отличаться резким и жестким характером. День неблагоприятен для операции и глубоколований. Стрижка волос к достатку. Благоприятен для людей, родившихся год, лошади, собаки. Неблагоприятен годам, змеи, синие обезьяны. Илгин концепчун дуани хоров, полномши, мани дуани цурва юру, жидуаними. Практика тантры со мной зажит. Будьте достойными.